вот это элемент, который я вам показал из восточных единоборств. Мысль пришла, я с ней борюсь. Я лучше ей отдаться и найти в этом где-то положительное движение. То есть положительное содержание, переформулировать где-то ее, с помощью ее увидеть что-то такое светлое и хорошее. А когда вот если бы вы когда шли, я бы встал вот так, у нас было бы столкновение, и там непонятно, чем бы все это кончилось. Правда? А вот когда вы на меня пошли, я вот так вот чуть-чуть сделал, это вы, это ваша мысль, с которой вы хотели бороться. А вот когда вы вот так вот сделали, использовали ее энергию в свою пользу, то вы бы эту энергию получили для разрешения задачки. Это понятно? Вот когда у нас с вами что-то происходит внутри, вот так же, как что-то там заболело, что-то там отвалилось, не надо с этим бороться. У нас есть способ очень хороший. Нам все религиозные конфессии говорят, ребята, любовь – это самое, что ни на есть решение всего. Надо ей отдаться и посмотреть, как это будет разрешаться. Все?